Всем привет! Blender 2.90, и давайте рассмотрим объединение и разделение именно сабтулов, ну вот этих вот всех частей персонажа, мышей. Так, вначале давайте покажу вам Edit преференции, открываем интерфейс, и вот резолюция Scale, здесь вы можете именно уменьшить интерфейс, вот размер интерфейса внешнего вида. Или прибавить. Вот именно если со зрением у вас что-то. Или чтобы глазу было более-менее приятно. Глаз не напрягался. Вот можно прибавлять, уменьшать именно. Ну вот я поставлю где-то вот в таком духе. Так, закрываем. Есть у нас опять же персонаж, выбираем персонажа, выбираем через Shift сумки, выбираем через Shift каску. Также можно через Shift зубы выбрать и глаза. Так, давайте вот так вот здесь вот можно все тоже это. Глаза выбираем и через Shift в конце сумки вот эти. Жмем Ctrl-J, объединяем. Вот теперь у нас это один персонаж. Если мы будем его выбирать, он будет целиком выбираться, мы его вот можем переносить. Но в нем именно разные вот эти меши, разные сабтулы. Зайдем давайте в Edit Mode. Так, здесь вот включим Warframe. Снимем выделение. Сетка слишком плотная. Наверное, будет не видно. Но вот, вот они глаза. Вот он, словом, персонаж. И как его разделить? Выбираем полигоны. Выбираем какой-нибудь именно полигон вот на каске. И жмем L английскую. Каска выделяется, вы видите. Теперь, чтобы ее отсоединить, жмем английскую P и жмем Selection. Все, теперь каска уже будет отдельный mesh. Отдельный сабтул. То же самое. Выбираем именно полигон на подсумке. Через Shift можно и на этих подсумках выбрать. Можно сделать их отдельными вообще. И жмем опять же L английскую. Ctrl-I. Вот у нас выбрались именно подсумки. И жмем опять P английского P и селекцию. То же самое проделываем именно с глазами и зубами. Выбираем глаза. Так, поближе подвинуть. Что у нас тут есть? Глаза у нас сейчас пока отдельные. Зубы отдельные. Так, нет, зубы не отдельные. Выбираем полигон на персонажа, жмем L английская и жмем P селекцию. Заходим в Object Mode. У нас теперь отдельный персонаж, отдельные подсумки, отдельная каска. G каску можно убрать. Подсумки, вот они тоже есть. Подсумки выбрались с зубами и именно с глазами. Давайте это тоже исправим. Edit Mode. Выбираем полигон. L. Жмем P. Selection. Выбираем полигон на нижней челюсти. Жмем L. Жмем P. Selection. И то же самое. На глаза через Shift P L. Ну, в принципе, глаза уже должны. Да, вот глаза отдельные. Что-то глаз много стало. Object Mode. У нас теперь каска называется глаза. Подсумки тоже называются глаза.
гражданин тоже глаза, нужно переименовывать. Нажимаем два раза, пишем, допустим, солдат, Enter. Все, это теперь солдат. Это теперь сумки. Enter. И так переименовываем. Получается вот такая штука. Все, всем пока, до свидания. Вот так вот можно объединять и разъединять модели.